Всем привет! Вы смотрите канал «Ананасленд». Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Американская актриса Эмбер Хёрд не в состоянии выплатить 10 миллионов долларов своему бывшему мужу, актеру Джонни Деппу, который выиграл у нее судебный процесс о клевете. Об этом сообщила адвокат актрисы Элейн Брэдихофт. «Нет, точно нет», – ответила она на вопрос о том, может ли Хёрд выплатить Деппу определенную судом сумму. Она также рассказала о реакции Хёрд на приговор суда. По ее словам, актриса попросила прощения у всех женщин и назвала приговор неудачей для всех женщин в суде и за ее пределами. Что она имела в виду, остается только догадываться. Ранее суд встал на сторону Джонни Деппа, утверждавшего, что обвинение Эмбер Хёрд в домашнем насилии является клеветой. Актриса должна была выплатить бывшему мужу компенсацию в 10 миллионов долларов, а также штраф в 5 миллионов долларов. Позже размер штрафа уменьшили до 350 тысяч долларов. С вами был канал Ананасленд. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео, и подписывайтесь на канал Ананасленд. Ананасовое настроение.